На «Автору» вы с легкостью найдете новые машины. Без пробега, в различных цветах и комплектациях, в наличии и на заказ. Большой выбор моделей с гарантией от официальных дилеров, хорошие цены, скидки, бесплатный подбор, спецпредложения, реальные отзывы владельцев. «Автору» — новые машины продаются здесь. Внимание! Данное видео создано для того, чтобы тупо поржать и не пропагандировать ничего, кроме юмора и стёба. Автор ролика ничего не употребляет, у неё просто больная фантазия. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие. О, а я турбо собираю. Валера, не снимай, не накрашено. О, гляди, как пацан вымахал. Так, быстро все ужинать. Боже мой! Дед опять фугас закинул! Ой, что-то душно в комнате. Пойду окно открою и выброшусь. Вот это хороший семейный кадр на память. Папаш, не помнят, ты что там так? Ну вот тебе на. Нет ничего. Не дрыг в твою мать! О, нормально! Амара, когда жрать будем уже? Помог бы лучше! Так, только не переводи продукты! Свинота! Фарш еще остался. Так, да что за свинарник здесь развели? Ну-ка быстро убралась в комнате. В смысле? Я только сегодня убиралась. Знаю я, как ты убираешься. У тебя поди под кроватью и под паласом пылище. А если гости придут? Ну гости же не будут под палас заглядывать. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ну-ка. О, под паласом-то у вас пылища. Мы к вам в гости больше не придем. До свидания. Папа, ну сколько раз говорить, туалет слева. А я думаю, что унитаз так высоко. Да не унитаз, это раковина. Да погоди, я там еще не смыл. Сумасшедший дом. Заявил, что расширение НАТО на восток может привести к изменению всего политического пейзажа России. Это не наша собачка. Это наркомановская. Городок. Сеструха, встречай, гости приехали. Для меня держи сникерс. Ух ты, ништяк. Красавица. Это тебе. Спасибо. На, держи. Только тсс, маме не показывай. А что так мало? Восемь. Каждому по 2 сантиметра. Чё гриво режешь? А где мой стакан для зубов? О, где
дедова киселя попил. Нормально? Ну, рассказывай. На Канарах недавно были, там так мазёво, ты не представляешь. Умница какая. А с тобой кто? Ну, так это мой новый. А старый где? А старый постарел и умер. Ну, это в твоём репертуаре. На стрелку уехал и остался там. Дед! Дед! Он вообще живой? Пап! Чё такое? Дед помер, что ли? Да нормально всё. Айда, дед, лекарство примем. Гала концерте прозвучат... Так, ну-ка тихо, сейчас песня года будет. Там Серов будет выступать, надо обязательно на кассету записать. Дорогой! Чё? Запиши на какую-нибудь ненужную кассету песню года. Вот, похороны деда Олега, кому они нужны? Так, похороны деда Олега не трогать. Это же память. Я регулярно пересматриваю. Я тоже. Так, ну-ка дай сюда. А ты чё так распереживался? Он тебе даже не родственник. Я люблю деда Олега. Бай. А мамка уже в курсе про это место? А ты откуда знаешь? Ну мне же не 5 лет. То-то я думаю, что фильм все время не на том месте, где я кончил. Смотреть. Давай лучше мне. Я так перепрячу, мамка никогда не найдет. Вырос, сынок. Так. Ты потом скажи, куда перепрятал-то? Слышь, нет? Пиздец сольный. Пишите в комментариях, что вы еще помните или знаете из постсоветского детства. Жмите лайк, подписывайтесь на канал и дай вам Бог здоровья. А, и на Бусти тоже подпишитесь, там полно эксклюзивного контента, бэкстейджи, спойлеров. И Орешек Йос там тоже есть, что немаловажно. Никуда ты, блядь, не поедешь, ёбаный рот, потому что ты всего лишь постсоветский ребенок, тебя здесь никто не ждет. Вот вырастим, накопим денег и тоже в Диснейленд поедем. Бабок-то у твоих родителей нет. Только в долларах копить, а то вдруг опять дефолт. Ты всего лишь сидишь и ноешь, что не хочешь свой детский садик задрипанный на луазике ехать в 7 утра по этой перде, блядь. Я тут чайный гриб нацедила, будете? Не, бам, мы мультики смотрим. Спасибо. Молодежь, ну как хочешь. А у тебя только телевизор размером с гараж. Иди пей чайный гриб. Дед! А? Они ж сырые! Чего налейте? Так, только не переводи продукты! Свинота! Big nice plane, the street gonna be a big man someday. You've got mud on your face, your big disgrace, kicking your can all over the place. See the we will rock you.
Дорогие друзья, у Бати новая линейка футболок оверсайз, самородок и высший сорт. Фразы, которые вы все любите и знаете. Доступны футболки в двух цветах, белый и черный. Так что переходи по ссылке и успевай заказать себе и своим близким. Тираж ограничен.